После того, как мы промыли мотель, он у нас стек. Перекладываем его в приготовленный пакетик. Вот сложили мотель. Маленько оставил, чтобы покормить. Попозже это можно убрать. Берем. Тонким слоем по пакету. Разглаживаем. Вот так вот у меня получилось. Тоненький слой, примерно сантиметр. Так вот просто пакет кладем. Все, переворачиваем и в морозилку. Стекло я положил, мотель будет на нем лежать в морозилке, чтобы была идеальная форма, ровненькая, ровненькая вот такая вот. Стекло придает ровную форму, чтобы он не кучей, ничего.